Крещенский сочельник уже в эту пятницу, 18 января, а соответственно 19 числа отмечается третий из главных зимних праздников, завершающий святки – Крещение. Или Иордан, по церковному календарю он именуется Богоявлением. Согласно Евангелию, в день, когда Христос принял крещение от Иоанна Предтечи в реке Иордан, Всевышний явился людям в трех ипостасях. По традиции верующие должны искупаться в ледяной воде, ведь если перекреститься, трижды окунуться с головой, а потом пройти через царские врата – то избавишься от всех грехов. Погружаются в прорубь после того, как священник опустит туда крест. Крещение происходит от греческого слова «ваптизна», что обозначает погружение в воду. Но в какую именно воду будут погружаться люди в этом году, мы узнаем благодаря специальной экспертизе, которую проведет Центр гигиены и эпидемиологии Московской области. Сегодня, значит, мы производим отбор проб воды на соответствие с Анпина, вот, чтобы соответствовала вода по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. И вот уже через некоторое время вердикт вынесен. Мы проверили элементы подготовки, видим, что специалисты этим занимаются, и все 12 мест крещенского купания будут готовы к мероприятию. Все купели, которые были заявлены по Щелковскому муниципальному району, значит, пригодны к купанию. 20:00 во всех специально предназначенных для купания местах начнется служба, после чего жители смогут совершить важный крещенский обряд. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».